привет! Сегодня у нас салат на атаку. Это для тех, кто на диете Дюкана. Если кто-то не в курсе, новые подписчики. Мы были на диете Дюкана. Леша похудел на моих рецептах на 53 килограмма. И мы продолжаем делиться рецептами. Что-то мы вспоминаем, что-то мы добавляем. И сегодня салат на атаку. Потому что, в общем-то, на атаке, как правило, всех пугает этот этап. Но ничего страшного нет. Он достаточно короткий и можно разнообразно в этот период питаться. Значит, для этого нам понадобится. Это у меня тунец натуральный, без масла. Вы можете взять, ну, в общем-то, любую рыбную консерву, натуральную, без масла. Яйца, луковица. Лук на атаке можно. Ну, я думаю, что полторы луковицы, это вот и есть вот такая луковица, полторы луковицы в день. И зеленый лук. Но если вы лук не едите, не хотите, можете добавить петрушку, укроп. И для заправки я буду использовать греческий йогурт, горчицу, соевый соус, ну, соль, перец. Ну, начнем. Нужно все порезать, консерву открыть. Лук режем. Ну, знаете, чем тоньше вы его порежете, тем лучше будет. Так, лук порезали, рыбу выложили. Рыбу можете вот так вот слегка, ну, разделить на кусочки. Выкладываем лук. Теперь режем яйца. Значит, смотрите, на атаке можно 2 яйца с желтком. Если вы будете больше использовать, желтки уберите, порежьте только белки. Так, 4 яйца мы порезали. Значит, кто сомневается, сколько времени варятся яйца, я делаю так. Вот чтобы, знаете, желток был не переваренный, кладу яйца в кастрюлю с холодной водой, ставлю на огонь, после закипания 5 минут выключаю, сливаю, и яйца готовы. Так, выкладываем яйца. Вы знаете, это салата очень много, это не на один раз, это не на одного человека. То есть вы смотрите, там, если вы будете себе на один раз, вам достаточно будет там 1-2 яйца и все. Так, дальше. Режем лук зеленый. Выкладываем лук. И теперь будем салат заправлять, будем делать заправку. Но кто на чередование, вы можете еще порезать сюда свежий огурец. Мы не на атаке. Поэтому я сюда добавлю еще свежий огурчик. Выкладываем огурец. И все, все мы порезали, все добавили. Теперь заправка. Берем мисочку. Я буду делать на основе греческого йогурта, нежирного. Так, примерно, ну, 4 столовые ложки на эту салатницу, покажи. На такой объем. Вот так. Сюда я добавлю горчицу. Это собственного приготовления. Есть на канале рецепт. Она очень острая. Здесь буквально я взяла, ну вот, пол чайной ложки. Ссылка на горчицу будет в описании. Она чем хороша, там, ну, если покупная, там обязательно присутствует сахар. А мы использовали в приготовлении стевию. Перец черный. Ну, это по вкусу. Кто не любит острое, можете не класть. Соевый соус, ну, примерно столовая ложка. Все перемешиваем. Я пока салат не солила, потому что консерва, в общем-то, солью, соевый соус достаточно соленый, поэтому я сначала заправлю соусом, попробую и уже потом решу, да, буду добавлять я соль или нет. Выкладываем и хорошо, тщательно перемешиваем. У меня есть на канале, кстати, рецепт. Он тоже, когда я его попробовала первый раз, этот салат, он мне тоже показался немного, ну, когда мне сказали ингредиенты, что он какой-то странный, потому что там тоже на основе тунца, яйца и все овощи. Салат, помидор, огурец, лук, то есть великолепный салат. Это салат, в общем-то, наш. Мы его, ну, раза два в месяц готовим. Этот салат, вот, поверьте мне, тоже очень вкусный. И, конечно, для тех, кто не на диете, заправить рыбный салат йогуртом, ну, для кого-то это удивительно. Так, вот, салат готов. Приготовьте. Это очень вкусно, полезно. И порадуйте своих близких. Худейте с удовольствием. Всем пока!